При проверке документов на стационарном посту водитель маршрутки сообщил, что у одного из пассажиров в пути следования пропали денежные средства в сумме 1500 рублей и паспорт. За совершенное преступление полицейские задержали пассажирку этого же микроавтобуса. Более подробную информацию об этом и других происшествиях вам расскажут сотрудники пресс-службы ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгограде судебный пристав подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения. 32-летний пристав-исполнитель была задержана по подозрению в получении от местного жителя 65 тысяч рублей за решение вопроса о невзыскании исполнительного сбора в размере 130 тысяч рублей. После передачи денежных средств подозреваемая задержана оперативниками. В отношении задержанной Следственным управлением Следственного комитета России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 8 лет лишения свободы. Подозреваемую в краже денежных средств у пассажира маршрутного такси задержали в Городищенском районе инспекторы ГИБДД. При проверке документов на стационарном посту водитель маршрутки сообщил, что у одного из пассажиров в пути следования пропали денежные средства в сумме 1500 рублей и паспорт. За совершенное преступление полицейские задержали пассажирку этого же микроавтобуса, которая похитила у потерпевшего документы и деньги, а после подбросила их другому пассажиру, пытаясь избавиться от улик. А в Котовском районе трое учащихся школы совершили угон отечественного москвича. В полицию обратился 75-летний автовладелец, который обнаружил пропажу припаркованного возле дома автомобиля. В ходе проведенных оперативных мероприятий в технически неисправном состоянии автомашина была обнаружена неподалеку от места совершения преступления. А вскоре были установлены и личности автоугонщиков. Повредив замок зажигания, юные автоворы бросили автомобиль и скрылись. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Уважаемые граждане, в целях сохранности вашего имущества паркуйте свои автомашины на специально оборудованных автостоянках, либо пользуйтесь надежными сигнализациями. За минувшие сутки на территории региона совершено 127 преступлений, из них раскрыто по горячим следам 58.